мәртебелі меймандарды таныстыра кету сәті де келіп жеткен екен. Бірінші Физули Маджидли Мырза, Халықаралық Түркі Академиясының вице-президенті, Әзірбайжан. Ләззат Танысбай ханым, қош келдіңіз. Қазақстан телерадио комплексінің басқарма төрайымы, Қазақстан. Ләззат Мұратқызы. Там чат есть какой-то это. Және Иштван Палфи, Иштван Палфи Орбан, кешіріңіздер, Дуна телекомпаниясының директоры, Венгрия. Қош келдіңіз. Және Тофик Аббасов, Әзірбайжан Республикасы президентінің экс-пресс-секретаря, тележүргізуші, Әзірбайжан. Қош келдіңіз. Пресс-секретарь Әзірбайжана, добро пожаловать. Ахмед Әшетепе. Из Турции, руководитель отдела международных вопросов НТВ, Турция, добро пожаловать. А также из Таджикистана, наш гость, добро пожаловать, Жанатхон Курбанова, главный редактор информационного агентства «Авеста», Таджикистан. И с нами на связи из Туркменистана, генеральный директор государственного информационного агентства, заместитель Камышев Саяхмет Гурбангельдинович. Мы сейчас будем рассматривать как раз данную тематику. Давайте определимся по регламенту. Каждому спикеру дается по 8 минут. Они вкратце выступят со своими докладами, и после, если будут вопросы, то можно будет, конечно, задавать свои вопросы, и наши спикеры ответят на ваши вопросы. Первое слово хочу предоставить Физули Маджидли, вице-президент Международной Тюркской Академии, Казахстан. Спасибо, господин Саят. Уважаемые гости, добро пожаловать на наш сегодняшний круглый стол. Я очень рад приветствовать всех вас. Я хотел бы приветствовать всех вас от имени Международной Турецкой Академии и хотел бы воспользоваться данной возможностью для того, чтобы от имени президента господина Дархана Кадырали поприветствовать всех вас, уважаемые дамы и господа. И мы очень рады участвовать в этом мероприятии и благодарим организационный комитет. И это прекрасная возможность поделиться нашими мнениями в рамках Евразийского медиафорума. Я хотел бы сказать, в частности, что нам предоставлены были замечательные условия для обсуждения об очень важных, крайне важных вопросах современности. Я думаю, что обеспечение взаимодействия между странами Центральной Азии в области информации является одним из приоритетных моментов. И с вашего позволения, прежде всего, я хотел бы поговорить о тех вызовах, с которыми нам приходится сталкиваться в последнее время, особенно в несколько часов предстоящих нам предстоит это все обсудить более подробно. Но что касается сотрудничества между представителями Центральной Азии и Кавказа, мы разделяем общую историю и те же политические процессы протекали в наших странах, но не всегда они были устремлены на интеграцию. На самом деле не все так просто, поскольку мы живем с вами в ситуации, когда недостает информации. Но сейчас ситуация полностью изменена, кардинально, я бы сказал. Каким образом и как выглядит наша реальность? Но дело в том, что у нас очень большой поток фейковой информации. И информация, достоверность информации как раз-таки формирует такую проблематику, которая заставляет нас ориентироваться, если хотите, в океане информации, особенно если человек не может плавать, то, естественно, он потонет в океане информации. Я думаю, что ваши возможности
в рамках Евразийского медиафорума как раз-таки и состоят в том, чтобы научить нас свободно ориентироваться в этом огромном информационном пространстве. Необходимо формировать два основных навыка. Первое — это сбор информации, но прежде всего это способность создавать информацию, формировать контент. И второй навык, который тоже очень важен, это, конечно же, навык управлять информацией. Я хотела бы обратить ваше внимание на первый вопрос, прежде всего, почему, поскольку он крайне важен для того, чтобы формировать контент. И возможности по управлению информацией, это уже, ну, если хотите, другой уровень, более высокий. И сейчас это наиболее важный вопрос. Можем ли мы создавать контент независимо? Можем ли мы его создавать, ну, совершенно свободно? Но ответ, к сожалению, нельзя дать определенный, поскольку без интеграции, конечно же, создания контента сложно себе представить. Сейчас мы говорим о евразийском пространстве, о тюркских государствах, но если озадачиться непосредственно реализацией данного вопроса, то, конечно же, нам нужно задуматься не только о географических каких-то территориальных рамках. И пример, который мне приходит в голову, и ну вот представьте себе, да, можете ли вы, допустим, влюбиться в прекрасную даму, если увидите ее на улице, и, скажем, тут же незамедлительно связать себя с ней узами брака? Это фактически себе сложно представить, какой-то фантасмагорический сценарий. И, по сути дела, взаимосвязи и взаимоотношения между государствами и между людьми развиваются приблизительно по такому же сценарию. То есть мы не бросаемся в объятия друг к другу незамедлительно. Нам необходимо время, даже несмотря на то, что у нас совместная история, которая длится на протяжении более 3000 лет, у нас географически близкие позиции. К сожалению, мы друг друга недостаточно хорошо знаем, несмотря на прямые связи, несмотря на контакт, например, вот с Центральной Азией. У меня лично сотрудничество осуществляется на протяжении уже более 10 лет. Я могу с полной уверенностью заявить о том, что у нас очень много общего. Но, тем не менее, и нам даже необходима интеграция информации экономической, социальной, культурной. И все это компетенция, и обмен этой информацией имеет огромное значение. Если мы возьмем, например, успешный бизнес, то для того, чтобы осуществлять инвестиции в другой стране, прежде всего собирается предварительная информация, изучается само место, география. Затем принимается решение, необходимо ли инвестировать или нет. И я хотела бы сказать, что мы скоро будем отмечать уже 30-летие нашего суверенитета, и этот год у нас юбилейный, у нас очень многие региональные организации в этом году подводят итоги вот этого плодотворного 30-летнего сотрудничества. Но, тем не менее, нужно признать, что мы принимаем информацию от третьих стран, информацию от третьих сторон. И, к сожалению, я могу сказать, что мы не можем в полной степени заявить о том, что эта информация полностью отвечает национальным интересам, например, стран Центральной Азии и тюркских государств. И на самом деле мы не можем существовать в изоляции от других стран. Википедия, YouTube, Facebook — это все международные сети, которые распространяют информацию на более широком пространстве. И распределение данного контента, правильное распределение данного контента — это в том числе и наша ответственность. Ну, возьмем, например, социальные сети. Там очень интересные тренды сейчас наблюдаются. Я хотела бы поделиться с вами
информации из Алексии, например, они занимаются статистической обработкой данных социальных сетей, и социальные активисты в Турции используют Twitter и Facebook, и сейчас пальма первенства на данный момент принадлежит в Турции именно тем, кто публикуется в Твиттере. В Азербайджане, например, это Facebook, и преимущественно популярен среди пользователей социальных сетей. Но что касается Facebook, то по всему миру он не входит, в некоторых странах мира, я имею в виду, не входит в 50 самых популярных. Да? Одноклассники, ВКонтакте, например, .ru и Facebook, например, это не самые популярные сайты, например, в Казахстане, потому что пользователи пользуются пространством .ru. В Кыргызстане, например, ВК тоже очень популярен. Что это нам показывает? Нам это показывает, что даже виртуальные встречи пользователей социальных сетей, они имеют место быть в самых разных местах. И по всему миру эти самые точки приписки, что называется, тоже разные. Если мы комментировать будем с вами Азербайджан и Турцию и пользователей из Центральной Азии, то они походят, ну, знаете, как бы на представителей разных футбольных команд. Никогда не знаешь, кто за кого болеет. И очень важно отметить, уважаемые господа, что это имеет непосредственное отношение к нашей интеграции. То есть что же мы делаем и что мы сделали до сих пор для того, чтобы наладить эти процессы. Несмотря на то, что населяющие наши страны, граждане хотят объединиться вместе, несмотря на то, что у нас общая история в 1832 году, впервые на территории тюркских стран был провозглашен девиз «Единство в языке». Тем не менее, посмотрите, сколько лет уже прошло, что называется, «Авось и ныне там». И наша первоочередная задача, еще раз повторяю, евразийская задача, уважаемые дамы и господа, объединить наши усилия по восстановлению мощи тюркского мира. И я также хотел бы отослать вас к тем инициативам, которые впервые были провозглашены в 1863 году, которые звучали как «Единство тюркского мира». И общий алфавит, мне думается, является одной из основ, на которой может зиждеться наше сотрудничество. И в 1926 году был проведен конгресс тюркологов в Баку, и были с момента обретения независимости нашими государствами очень важные шаги предприняты. Мы укрепили наши культурные связи, и в том числе на уровне глав государств, конечно же. И мы смогли установить и организовать работу Совета тюркских государств в 2009 году. И главы тюркоязычных государств участвовали в саммите в городе Нахичевань. И была затем организована Международная тюркская академия, которая сейчас участвует в этом круглом столе. И, конечно же, я хотела бы упомянуть допустим, ассамблея парламентариев тюркских народов, и мы осуществляем самое широкое взаимодействие на самых различных уровнях. И пятый саммит тюркских государств был проведен в Астане, тогда сейчас в Нур-Султане, в 2015 году. И саммит был посвящен развитию сотрудничества в области обмена информацией. И во время этого саммита было решено объединить наши усилия по интенсификации сотрудничества и
Затем с участием Международной академии тюркских государств было проведено соответствующее мероприятие, форумы, которые проводились с целью укрепления сотрудничества. I want to underline another point. Я хотел бы еще подчеркнуть один аспект взаимодействия между Турцией и Азербайджаном. И мы очень активно сотрудничаем в области обмена информацией. Мы проводили совместные медиафорумы. И мы получили очень серьезные результаты этого сотрудничества. Я думаю, что эту платформу можно далее расширять и масштабировать в рамках всего евразийского пространства. Я считаю, что Евразийский медиафорум, который был организован Республикой Казахстан, является очень важной платформой. Для меня это огромная честь и привилегия участвовать в этом медиафоруме для того, чтобы обсуждать вопросы интеграции. И что касается нашей совместной деятельности, насколько я помню, в частности, по линии Международной академии тюркских народов, я бы хотела подвести такой итог. Есть очень много возможностей по созданию контента, в том числе по линии государственных и негосударственных организаций. И я хотела бы упомянуть о создании контента для детей и производство мультфильмов. Лязат Ханым и господин Иштван, я думаю, могут далее рассказать больше об этой инициативе. И я думаю, что нам есть чем поделиться. Я имею в виду, какими конкретными шагами мы озадачили свои стороны. И в завершении позвольте мне еще высказать одну идею. С вашего разрешения, я думаю, что нам стоит с вами говорить о том, что одна из задач освещать новую реальность. Наша новая реальность сейчас состоит в том, что вся ситуация кардинально изменилась. Спасибо большое вам, уважаемый выступающий, уважаемые члены. Спасибо вам, уважаемый спикер. Если будут вопросы или замечания или мнения, пожалуйста, мы вас слушаем. Если нет вопросов, у меня есть вопрос такой. Физулибей, вы сами сказали, что насчет функции социального медиа в Турции, например, Twitter, а в Казахстане другое, Facebook, Instagram. Как можно это все сблизить? Потому что самая главная работа средств массовой информации, в том числе социального медиа, это, конечно же, улучшение отношений между нашими гражданами, скажем, Турции, Казахстана, Азербайджана. Как можно проводить вот эту социальную работу в социальных сетях? Ну, это наша новая реальность, как я говорила уже ранее, но тем не менее, я считаю, что мы разделяем общую информацию, и у нас был такой небольшой разрыв в течение 70 лет. У некоторых стран, наоборот, было сближение, но у нас не было информационной платформы, которую мы могли бы использовать. И после обретения независимости нашими государствами наша реальность изменилась, и сейчас были запущены новые информационные тренды, как интернет, как свободное общение в цифровом пространстве. Но, к сожалению, наши страны развивались самостоятельно. Не было создано какой-то специальной платформы, которая бы объединяла наши страны. Это очень сложный процесс, конечно же, это не делается одномоментно. И я понимаю одновременно, что мы можем внести свой вклад в создание контента. Я думаю, что у всех у нас будут возможности по укреплению наших позиций, по сближению.
наших народов, как вы сказали, справедливо, и нам удастся создать тот контент, который бы сближал наши народы и отвечал бы нашим интересам. Еще раз, поскольку мы разделяем общую культуру, общую историю. Я считаю, что это замечательная возможность для сотрудничества в сфере информации тоже. И телевидение, веб-сайты, социальные средства массовой информации могут улучшить, могут внести свой вклад в улучшение данного процесса. Бахта, бірінші кезекте. Осы орайда біз жаңа сіз өзіңіздің сөзіңізде экономика, мәдениет деп айттыңыз. Адамдарды осы біздің елдерді жақындастыруда осы Түрк академиясы қандай бір медиа жобаларды қолға алып отыр? Ақпараттық жұмыс қалай жүріп жатыр? Және оның осы телевизияда, радиода, газетте көрінуі қалай? Алда сіздер қандай жоспарларыңыз бар? Халықаралық ұйым ретінде осы сұрақпен қорытындыласақ, сосын келесі спикерге өтсек деген ниетіміз бар. Рахмет. Actually, 10 years ago in Nakhchivan. На самом деле, 2 года назад была создана Академия именно в Нахачеване именно для этой цели, чтобы внести свой вклад в процесс интеграции в области информации, гуманитарных вопросов, а также образования и науки. Тюркская Академия для этих целей ведет научные исследования фундаментального характера, разрабатывает учебники, был опубликован географический атлас, был создан электронный портал наследия, и каждый год Тюркская академия реализует проект «Тюркский барометр», который в рамках которого реализуются психологические проекты в странах тюркскоязычных. Мы организовываем научные археологические экспедиции Тюркской академии, и этот процесс продолжается. Официальный веб-сайт Тюркской академии и есть телеграм-канал. Все официальные аккаунты в социальных СМИ могут служить и могут способствовать расширению способности достижения этой цели. Я считаю, что Тюркская академия может стать общей платформой для тюркоязычных стран и центральноазиатских стран. Большое спасибо. Соның бір көрінісі деуге болатын шығар. Енді көп рахмет сізге, Межидли Мырза. Біраз үлкен мәселелер қозғадыңыз. Жаңағы әлеуметтік желі, академияның жұмысы деген мәселелер шын мәнінде де Орта Азия аймағы үшін, түркі тілдес мемлекеттер үшін аса маңызды. Енді келесі сөз кезегін Ләззат Танысбай ханымға беру. Ләззат Танысбай. Ләззат Муратовна, вам слово, председатель правления РТРК Казахстан. Уважаемые участники форума, добрый день. В действительности, конечно, сегодня поднимаются такие важные вопросы, особенности с экономической, с политической точки зрения, когда в мире наблюдается вот такая турбулентность, мы видим, что тюркские страны, средства массовой информации тюркоязычных стран, они развивают сотрудничество в условиях новой реальности, и поэтому наша РТРК Казахстан, она тесно сотрудничает с братскими государствами, особенности, например, Узбекистаном, Юшляр, с Турцией, ТРТРТ, Азербайджан, СТВ, Мадениат, мы проводим обмен контентами, но, однако, это все, конечно, не такая уж большая работа. В действительности есть еще разного рода документальные фильмы, исторические сериалы. Турция, по средствам массовой информации Турции, Азербайджана, у нас как раз мы показываем разного рода сериалы. Есть еще такие новости, как тюркская
Информация. Также мы открыли новый телеканал Абай и наши братские тюркоязычные государства. И мы здесь сказали, что у нас должен быть информационный обмен о нашей культуре, о нашей истории. Поэтому мы написали заявку всем тюркоязычным странам. И на сегодняшний день Абай ТВ, наши тюркские коллеги, они сняли несколько документальных фильмов. Мы сделали дубляж, и на казахском языке можно посмотреть. Другие, конечно, тоже фильмы, новости мы пока можем показать через свои телеканалы. Сейчас я хочу сказать, не только обмен контентом, а обмен должен быть опытом между средствами массовой информации тюркоязычных стран. Например, наша компания «Казахстан», они сотрудники нашей компании, они ездят в Турцию, чтобы узнавать всю эту, весь опыт. И поэтому наши коллеги, конечно, здесь тоже поделились со своими мнениями. Мы заключили меморандум, и на сегодняшний день с киргизской стороной мы снимаем документальный фильм, посвященный великому писателю Киргизии Чингизу Айтматову. Также у нас в корпорации есть канал «Балапан». На основе канала «Балапан» сейчас с киргизскими аниматорами мы проводим работу. То есть мы снимаем анимационный фильм, посвященный космосу. То есть получается, здесь вот это сотрудничество, развитие сотрудничества зависит от нас. Поэтому мы должны дальше сотрудничать, и мы готовы делать новые вот такие проекты. Корпорация «Казахстан» также снимает разного рода телесериалы. Например, мы сейчас предлагаем рынку сериалы из 16-17 серий, например, про Коркут Ата. И поэтому я думаю, что мы предложим вам наш сериал. И в этом направлении мы, конечно же, проводим совместную работу, чтобы и на вашей территории ваших стран проводить съемку, чтобы снять такой общий сериал, потому что Коркут Ата, Коркут Дада, Коркут Баба, а он общая фигура для истории всех наших стран. И поэтому, если вы нас поддержите, конечно, это было бы очень хорошо. До этого как раз говорил же господин Саят, какие есть пути, механизмы развития сотрудничества. Мы, если будем осуществлять такие конкретные проекты, то мы можем, конечно, развивать сотрудничество. И каждый год ваши телеканалы, наши телеканалы, например, если будут показывать разного рода документальные фильмы исторического аспекта, культурного аспекта, либо какие-то сериалы, если мы будем обмениваться данными фильмами, если мы будем создавать единую платформу, либо информационный сервис, то есть каждый телеканал, он может показать анонсы про свои документальные фильмы или другие фильмы. Если со стороны государственного телеканала есть интерес, конечно, мы должны создавать условия, чтобы бесплатно обменивались вот такими фильмами, чтобы мы могли показать нашу общность, наши истории в наших странах. И поэтому это как можно использовать как франшизную площадку. Следующее наше предложение – это мы хотим снимать анимационные проекты, которые будут показывать общность нашей истории. И поэтому мы достигли несколько таких хороших успехов. Например, для детей канал «Балапан», они развивают анимационные фильмы в год где-то 250-300. Из частей мы снимаем анимационные фильмы. Также в этом году мы знаем, что тюркоязычные страны, наша страна, Киргизия, Узбекистан, мы все отмечаем независимость наших стран, 30-летие. И поэтому в канун праздника Наурыз мы хотим организовать телемост. Это будет для нашей аудитории, для всех нас очень интересно. Например, в прошлом году мы организовали радиомост в рамках столетия казахского радио, и поэтому там участвовали журналисты Азербайджана, Киргизии, Монголии и других стран. То есть мы можем
проводить такие совместные мероприятия. Хочу сказать, что кроме исторических и культурных этих фильмов, мы еще для нас, конечно, общая тема – это мы должны объединяться, чтобы, например, показывать нашу борьбу против коронавирусной инфекции, чтобы проводить разъяснительную информационную работу. У нас, например, 160 роликов, которые призывают к вакцинации наше население. Это тематика, все, конечно, для нас общее, и поэтому наша миссия тоже общая, поэтому мы готовы поделиться с такими роликами, которые призывают население вакцинироваться. Мы можем также ваши ролики дублировать на свой язык и предоставить нашей аудитории. Конечно, РТРК Казахстан поддерживает все меры, которые касаются сотрудничества в условиях новой реальности. Спасибо за внимание. Спасибо, Лязат Муратовна. Конечно, здесь были высказаны ценные предложения. Теперь у нас есть здесь коллеги из Венгрии, Турции, Азербайджана. И вы как раз говорили про Коркат-Даде, про Коркат-Баба, что будете снимать фильмы, и сейчас вы, наверное, будете обсуждать данный вопрос. Теперь, уважаемые участники, уважаемые эксперты, я хотел бы задать вопрос по данным предложениям. Каковы будут у вас мнения, например, Коркат-Даде, и также создание общей платформы, бесплатная франшизная площадка. Какие у вас будут мнения насчет этой темы? Здесь как раз говорили о создании общего фильма «Коркат-Даде», потому что эта фигура «Коркат-Даде» является общей фигурой для всех нас. Поэтому каковы будут ваши мнения? Мы пытаемся как можно больше такого рода работ производить, таких совместных проектов. Но мы всегда встречаемся с некоторыми препятствиями, они носят скорее структурный характер. Лязат составила очень большой список такого рода проектов, в которых можно было бы принять участие, но мы никак не можем собраться вместе. То есть у нас очень много брендовых наименований, очень много телевизионных станций, радиостанций, проектов, но как-то вот не получается сделать что-то конкретное, какие-то конкретные проекты реализовать. Я с таким огромным энтузиазмом хочу этого, но у меня никак не получается. Извините, конечно, но я очень с большим пессимизмом на это смотрю. Если хотите, я могу, например... Я могу продолжить, да? Да, конечно. Моя очередь сейчас. Нет. Я с пессимизмом смотрю на такие предложения. Но такого рода совместная работа, почему вы так пессимистичны? Потому что тому есть множество причин. В первую очередь, политического характера. Я думаю, что это не такая уж и большая проблема, эти все барьеры. Да, может быть, у нас есть, например, очень хорошая модель совместной деятельности между Азербайджаном и Турцией. Второй барьер – это языковой барьер. Мы называем нашу группу тюркские языки, но мы не понимаем друг друга, мы не можем выразить свои мысли. Это своего рода культурный пробел. То есть сначала нужно сделать первое, то есть познакомиться, объединиться. И по этой причине я немножечко с пессимизмом на эту возможность смотрю. Я чуть позже буду выступать по этому вопросу. Да, конечно. То есть я с большим энтузиазмом смотрю на какие-то интересные проекты. Да, мы можем
поработать вместе и какие-то совместные проекты реализовать. Хорошо, большое спасибо. Тофик Аббасов. Общие платформы и да, вот кнопка с левой стороны. Спасибо. Ахмед бин Ахмед Тамразием, я согласен. I agree with you because we have to create. Я полностью с вами согласен. Мы тоже должны создать новый формат для нашего сотрудничества. Война показывает, что мы должны работать вместе в таких сложных ситуациях. Или поддержку братской Турции. Она была существенной, моральная помощь, политическая. Но тюркский мир большой. Когда бывают эксклюзивные ситуации, надо быть в одном ряду и вместе. То есть единство для нас – это не цель. Это средство решения наших проблем. И в данном случае я очень признателен организаторам Евразийского форума за то, что мы проводим такой круглый стол. Но формат круглого стола, он недостаточен для нас. Мы должны пойти дальше, выше подняться. И для этого у нас есть все возможности. Правильно говорит Ахмед Бей о том, что много телевизионных станций, у нас много СМИ, Киев, сильнейшее оружие у нас. И мы должны все время быть на короткой ноге, мы должны иметь множество, диверсификацию наших обменных коридоров. Ну, безусловно, понятие «тюркский мир», может быть, сегодня многих пугает. Но наши лидеры, политические лидеры, они дают нам эстафету в руки. То есть речь идет сейчас не о политическом единстве, не о политических блоках, о культурно-цивилизационном единстве, потому что у нас общие корни, у нас общие стартовые позиции. И мы строим наш тюркский мир не во вред каким-то другим сообществам, а мы строим его, потому что это наша внутренняя заданность, это наша обязанность. Да, Ахмед Бей совершенно правильно говорит о том, что вопрос языка, он мешает. Но мы не должны ждать того момента, когда он будет решен. Мы должны решать другие проблемы, а он решится сам собой. И в этом отношении, мне кажется, что надо уже подумать над тем, чтобы создать постоянно действующую платформу взаимодействия наших профессиональных СМИ, наших профессиональных журналистов. Я о медийном пространстве не говорю. Это другая тема разговора. Но профессиональные наши коллеги, они должны иметь постоянный контакт, они должны чувствовать друг друга. Почему? Потому что самая наша больная точка – это неинформированность друг о друге. Вот чтобы закрыть эти... Мы должны действовать навстречу друг другу. Вот в этом, я считаю, должна быть большая у нас мотивация. И самое главное, благо, что у нас есть все силы и возможности в это сделать. Да, большое спасибо. А теперь хочу предоставить слово Тофик Аббасов. Мы в будущем вашем выступлении, наверное, этого и будем... Мы придем к этому обсуждению, да. Сейчас же хочу предоставить слово господину Иштван Палфи Орбан, директор телекомпании «Дуна» Венгрия. Please. Спасибо, Саят. Всем спасибо, доброе утро всем. Позвольте поприветствовать всех присутствующих здесь в зале и благодарю Академию и за и форуму за то, что вы пригласили меня в Нур-Султан. Я не впервые в Казахстане. Я присутствовала здесь на первом Евразийском медиафоруме в 2002 году. И это было замечательное мероприятие. И мне действительно очень приятно быть здесь снова, видеть, как Нур-Султан расстроился за это время. Уже очень много было сказано, и я согласен с Лязатом, и согласен с Тофиком и Ахметом, которые говорили о необходимости сотрудничества, поскольку существуют и традиционные способы, конечно же, которые
к которым относится уровень обмена информацией, о котором вы уже говорили, потому что всегда первым шагом должен стать обмен новостями, информацией, сериалами, фильмами и так далее. Но это еще и культурный обмен, который должен осуществляться между тюркоязычными странами. И тогда возможен будет второй этап, я считаю, это совместное производство с присутствием одной или двух или более сторон. Это можно сделать на многонациональном уровне, своего рода многонациональное производство. Будь то кыргызы, таджики, туркмены, узбеки. Я говорю об объединенном производстве. И это, я думаю, второй будет шаг нашего совместного сотрудничества. Ну, что касается вопроса о пессимизме или присутствии оптимизма, я хотел бы привести такой пример. В Венгрии у нас не такие проблемы существуют. Но в определенном смысле они походят на то, с чем вы сталкиваетесь. У нас есть венгры, которые проживают в славянских государствах, на Украине, в Сербии. И в Австрии у нас есть выходцы из Венгрии. Это большое население, порядка 3,5 миллионов людей, проживающих за пределами Венгрии, говорящих на венгерском языке. И мы, естественно, понимаем, что их волнуют несколько иные вопросы, нежели тех, кто проживает внутри страны. Но, тем не менее, мы работаем и над их проблематикой в том числе. Мы обмениваемся корреспонденцией с Братиславой, с Киевом, с Белградом, с Загребом, со всеми теми, кто проживает за пределами Венгрии, теми, кто живет в Вене, например. Это делается для того, чтобы укрепить эти культурные связи. Но я, например, не говорю на тюркском языках, но я хотела бы подчеркнуть, что вам необходимо обязательно на любом уровне обеспечивать взаимодействие и использовать эту самую тюркскую общность. И нам необходимо также, помимо всего прочего, активно обсуждать распространение этих общих идей. Ну, это все, я думаю, упирается в реализацию. И я думаю, что нашим странам-партнерам было бы, наверное, просто-напросто необходимо озаботиться задачей сделать и делать. Это то, что вот мы сейчас на самом деле реализуем в Венгрии. Мы просто себе сказали, что это нужно сделать, и это делается. Но Венгрия, конечно же, сложно сравнима с тюркским миром, но тем не менее я объяснил уникальную ситуацию вокруг представителей венгерского этноса. У нас очень много, помимо всего прочего, религиозных и культурных, социальных связей с Турцией, с тюркоязычными странами, не только с Турцией как со страной, но и также с тюркским миром. И мы, я бы не сказала, что мы жили под Османской империей, под ее влиянием, а рука об руку с османами очень много лет, века, я бы сказала. И в прошлом у нас были общие вопросы, которые мы разделяли. И в 21 году я думаю, что мы в 21 веке, извините, мы столкнулись с тем, что нашли новые пути решения для наших совместных общих вопросов. Но кто-то, я помню, из выступающих подчеркнул важность личных взаимоотношений. Но я думаю, что нам нужно памятовать и об этом тоже. И хотел бы сказать, что это на самом деле первый уровень, на котором мы взаимодействуем, да, то есть мы говорим друг с другом как человек с человеком. И, естественно, необходимо очень хорошо изучить человека, прежде чем приступать к какому бы то ни было обмену информацией. И затем уже эти самые личные взаимоотношения трансформируются и
перерастают на уровень компании, на международный уровень. То есть мы говорим не просто взаимоотношения между конкретно взятым человеком и его визави, или там между различными компаниями, или между правительствами различных государств, или министерствами кабинетов. И это уже совершенно другой формат взаимоотношений. Если у меня есть 2 минутки, то я хотела бы прокомментировать в рамках нашей сегодняшней сессии, в рамках сегодняшнего круглого стола еще один аспект. Когда мы говорили с вами, упоминали о новой реальности, то в Венгрии мы глубоко убеждены в том, что необходимо прислушиваться и в том числе принимать во внимание мнение общественных средств массовой информации, потому что ну, я работал преимущественно в общественных СМИ. Я думаю, что это такая же тенденция в ваших странах. И сейчас объемы информации, которые предоставляются общественными СМИ, они серьезно падают. И статистические данные говорят о том, что реальность выглядит именно таким образом. И мы говорили с вами о Фейсбуке, о социальных сетях. Извините, пожалуйста, я должен вас прервать. У нас регламент. Если вы согласны со мной, с тем, что я высказал. Да, конечно, абсолютно. Но у вас был вопрос ко мне, или, может быть, я попозже присоединюсь к дискуссии. Да, вы высказали новые идеи. Я думаю, каждому спикеру будет предоставлена такая возможность поделиться мнениями относительно того заявления, которое было сделано. Скажите, пожалуйста, какие оптимистичные и пессимистичные моменты вы видите, господин Ищетельни? Ну, я хотел бы сейчас попридержать коней, что называется. И почему? Ну, дело в том, что у меня есть определенный опыт практически на протяжении 20 лет работы с Центральной Азией. Не идеологического толка, не политического. Я работал с нашими партнерами из Центральной Азии для того, чтобы наладить мосты взаимопонимания, чтобы понять тех, кто населяет Центральную Азию. И озаботился вопрос, как мы можем наладить взаимоотношения между Турцией и Центральной Азией. Именно поэтому я написал и сформулировал свои идеи. И если вы позволите мне, то я хотел бы поделиться своим личным опытом с вами, уважаемые дамы и господа. Да, у вас есть немного времени, пожалуйста, прошу вас ваше заявление. Спасибо большое. Но прежде всего я хотела бы поблагодарить страну-организатора данного форума, Евразийского медиафорума, и, конечно же, спасибо большое представителям Республики Казахстан. Но до того, как я сюда приехал, я задал себе вопрос, один основополагающий вопрос. Я был им озадачен, когда летел. Я 20 лет занимаюсь сотрудничеством тюркоязычных народов Центральной Азии. Я думаю, что я сам к ним принадлежу. Как профессионал от СМИ, какой вклад я внес в это сообщество людей, которых я воспринимаю как представителей одной общной общественные единицы, которые представляют собой меня, мою идентичность. Как и какие черты мы обнаруживаем как единые, какие культурные и исторические аспекты нас связывают. И какую конкретную отдачу я вижу от своего личного вклада. И я вот задавал себе эти вопросы. Я хотел бы кратко расписать то, как я и чем занимался в Центральной Азии за последние 20 лет. В начале 2000-х я начал с Монголии. И с пустыни Гоби я
посетил открытые памятники, памятники под открытым небом, которые там находятся. Я говорил с алтайцами и теми, кто говорят на различных тюркских языках. Я был в этих дальних краях, и я устанавливал культурные взаимосвязи. И в Монголии были прекрасные рассказы, в Синьцзяне, в Японии, Якутии, Южной Корее, Хакасии, Башкортостане, Крыме, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Ираке, Азербайджане, Гагаузии и Балканских странах. Я подготовил документальные фильмы о всех этих странах и людях, которые их населяют. И благодаря этой серии, 33 было всего серии документальных фильмов снято, и этот фильм повествует о тех, кто населяет эти тюркоязычные страны. Наверное, молодые турки с интересом узнавали новые факты о тюркоязычных странах. И я хотел, чтобы все те, кто живет в этих отдаленных от Турции странах, имели бы возможность быть представленными на международной арене и быть показанными в документальном фильме. И вот молодые турки, которым я демонстрировал эти документальные фильмы, как я уже говорил, они признавали, что не было использовано ни идеологических, ни политических инструментов, а лишь культурные, исторические факты, которые являются подтверждением нашего духовного и культурного братства, использовались для снятия этих документальных фильмов. И вот молодые люди, они, например, были совершенно очарованы теми, кто занимается горловым пением в Туве. И когда мы беседовали с представителями Кыргызстана и Якутии, это были, наверное, первые разы, когда показывали документальные фильмы из этих стран, и молодые люди в Турции, они, значит, организовали туры в эти страны, занимались изучением шаманизма и посещением города Булгар в Татарстане, стали изучать чувашский язык. То есть я попытался открыть двери и показать великолепную совершенно спектральную картину тюркского мира. И я надеюсь, что то, что нас объединяет, этого гораздо больше, нежели то, что делает нас различными. И что касается профессионалов от СМИ, то я думаю, что как профессионал от СМИ я справился с задачей по сближению представителей тюркских народов. Но я думаю, что нам предстоит еще очень длинный путь проделать, потому что что касается ценностей, то их, конечно же, большое множество. И я хотела бы поблагодарить Тюрксою, уважаемую Международную академию тюркских народов, Совет тюркских народов, очень много международных организаций, которые я хотела бы поблагодарить, организации, которые занимаются объединением наших усилий, организуются выступления оркестров, проводятся различные творческие конкурсы. И все это делается для того, чтобы сблизить наши народы. Те люди, которые были на дистанции друг от друга на расстоянии по историческим соображениям во время советских времен, сейчас гораздо ближе друг к другу, нежели ранее. И наша инклюзия не только в экономике и культуре, но и, конечно же, в политике. Пример Карабаха можно использовать для этого. И Узбекистан вернулся в Тюркский совет в качестве полноправного члена. Венгрия выступает в качестве наблюдателя. Мы ждем Туркменистан. И по сравнению с тем, что было 20 лет тому назад, например, тюркский мир сейчас, я думаю, вернулся на стезю
укрепление сотрудничества, расширение деятельности профессиональных ассоциаций. И сейчас, конечно же, совершенно потрясающие результаты, которые несравнимы с тем, что было ранее. И я хотела бы привести вам еще и другие примеры. У нас очень много, что предстоит закончить. Но, конечно же, я думаю, что стоит упомянуть о очень важных уроках, которые мы извлекли из нашей прошлой практики. И Иманбек, например, да, когда я услышал впервые о том, что его номинировали на Грэмми, это произошло из соцсетей. Это было сделано не на турецком телевидении заявление, не было опубликовано в газете. Так много у нас различных способов повествования и диссеминации информации, но про Иманбека не было ни слова. Что это означает? Это означает, что мы пытаемся, так сказать, заявить о себе. И социальные сети — это, конечно, хорошо, но это не работает, это не является каналом для распространения информации на большое количество людей, да. Но я это от друга просто получила, это сообщение. И Сент Джон, очень известный американский рэпер, я про него не знал ничего. Вот, в 2016 году был выпущен этот трек, который затем подхватил Иманбек, за ремикс которого он был затем номинирован, понимаете? И затем турецкие телеканалы нам позвонили, и они спросили, откуда там, значит, эта новость поступила и так далее. И затем уже они стали об этом говорить. И было установлено, что в Казахстане были новостные, значит, сообщения. Опять-таки мой казахский приятель опубликовал эту новость, и потом уже мы подхватили. Но не было ни новостей, ничего. Только были политические сообщения о взаимоотношениях с Казахстаном, и ни слова не было вот об этом событии. Мы понимаем, что значит, когда речь идет о каких-то исторических или археологических находках, то я думаю, что о них в том числе нужно говорить на каналах, например, изучение и результаты, к которым пришли казахстанские эпидемиологи, которые занимаются разработкой вакцины. Я думаю, для нас, для представителей тюркского мира, это тоже очень важно. Одна минута у вас осталась. Одну минуту, пожалуйста, используйте. Да, я помню экспедицию, которую мы предприняли в Монголию 5 лет тому назад под руководством Международной тюркской академии, и мы создали специальную группу. И сейчас это для меня тоже очень надежный источник информации. Мы только переписываемся в WhatsApp-группе между собой. Для чего же нам нужны телевизионные студии? Потому что нам нужна живая информация. Нам нужна информация, которая бы нас объединяла. Мы не можем получать, поскольку новости из таких открытых источников наших партнеров. Это основная проблема для нас. Я хочу напомнить, что Иманбек Зайкенов, казахстанский музыкант, завоевал премию Грэмми, очень авторитетную впервые, но это было даже на просторах СНГ впервые, поэтому я думаю, для тюркского мира и для Средней Азии это тоже была большая радость, достижение. Такая маленькая ремарка. Господин Меджидли, господин Ешлитепе затронул очень важный вопрос про социальные медиа. Вы в своем выступлении тоже об этом говорили. Что вы скажете по этому поводу? Я думаю, ваши мнения очень сильно близки и перекликаются между собой. Вот социальные медиа и как сблизить работу этих структур. Спасибо. As I said before, как я уже говорил ранее, да, мы пытаемся использовать данный контент
но, конечно же, мы знаем прекрасно, что он очень популярен среди пользователей. И вот мой коллега сказал о том, что мы очень активно их развиваем. Мы в Монголии, кстати говоря, были в той экспедиции вместе, развиваем нашу группу, на которую он ссылался. И каждый раз, когда возникает такая возможность для укрепления нашего сотрудничества, мы прибегаем к помощи этих людей. На самом деле это не стоит практически ничего. Да? Дело не в деньгах, дело не в огромных каких-то финансовых влияниях, я думаю, что это мое личное мнение. Для того, чтобы, допустим, сравнивать себя с большими медиакорпорациями, мы можем начать с малого. Facebook groups, from Telegram channels, which we don't need to finance big finance. Yes, it's very important point which Mr. Yeşiltepe said. I think the platform like this platform, we can continue to improve this platform. Every year, I think Eurasian Media Forum, every year, only last year didn't organize due to pandemia. And every year this forum, in the framework of this forum, or we can, Turkish Academy. Каждый год данный форум улучшает свою работу, и Тюркская академия тоже продолжает проведение форумов в сфере средств массовой информации. На первом форуме Ахмет Ешельтепе тоже присутствовал, и получил медаль Гаспар. Я думаю, что каждый человек, мы все можем внести свой вклад в интеграцию, каждый журналист, особенно журналисты и представители средств массовой информации могут внести свой вклад в этот процесс. Считаете ли вы, что нам нужны средства массовой информации в качестве дополнительной среды? Да, это очень легко. Я должен сказать вам одну вещь. Мы читаем текущие новости, текущие истории современной жизни. Хорошо. Ну вот живем мы в Центральной Азии, прекрасные ландшафты и так далее. Все хорошо. Но у нас есть молодое поколение тюркского мира, и мы хотим, чтобы они участвовали во многих вопросах, во многих историях. То есть да, с одной стороны, мы можем сказать, что мы тюркский мир, что у нас есть определенная теология и так далее. Да, правильно, но мы должны смотреть, должны сделать так, чтобы молодое поколение знало историю. Хорошо, спасибо большое. Тофик Аббасов, Мурзага. Следующее слово хотим предоставить Тофик Аббасову, экс-пресс-секретарь президента Азербайджана, политический обозреватель азербайджанского национального телевидения. Хотим заслушать его мнение насчет развития сотрудничества в условиях новой реальности. Перекладывая большой груз на социальные медиа. Но они в лучшем случае дублеры профессиональных медиа. У нас много возможностей для того, чтобы организовать новые платформы, создать новые проекты совместные, и есть о чем поговорить. Я не случайно говорил о военной кампании вокруг наших территориальных споров с Арменией, которые, собственно говоря, были беспочвенными. Но Азербайджан был на стороне международного права и вел контрнаступательную операцию на своей территории. За время этой кампании президент Ильхам Алиев раз 40 дал объемное интервью международным медиа. Благо, там очень активно себя проявили турецкие наши коллеги. И они транслировали в мир тот полезный, необходимый для усвоения контент, которым делился президент нашего государства. Там могли бы быть и представители Казахстана, там могли бы быть представители Узбекистана, наших тюркоязычных государств.
Мы не должны транслировать через, потом получать уже информацию не первой свежести, как говорится. Она к этому времени теряет товарный вид. Сейчас век, как мы знаем, активной информации. Приведу другой пример. В начале пандемии президент Ильхам Алиев созвал чрезвычайный форум, саммит тюркоязычных государств. Вы знаете, что там было бы решение помогать друг другу, потому что не все государства были готовы. И там наши журналисты не имели возможности быть в активном действии, в динамике. Опять-таки политический кластер задал тон, и после уже наши ребята, наши коллеги подключились к процессу. То есть мы, информационщики, не должны плестись в хвосте, мы должны предварять события. Я воспользуюсь случаем, кратко скажу о том, что у нас с Турецкой Республикой наши коллеги очень взаимодействуют в создании совместных платформ. Здесь сидит господин Равшан Мамедов, председатель, руководитель нашего национального телевидения. У нас несколько полезных проектов, уже мы их осуществляем с турецкими коллегами. Например, один из них – АСТВ, Хабар Глобал, который работает в Турции. Есть такие проекты. То есть мы должны уже ловить момент сами, создавать его и ловить. Потому что действительно события разворачиваются стремительно. Иногда общий пользователь, широкая аудитория, бывает в неведении, что происходит. В этом отношении, безусловно, Ахмед Бай прав, что выросли новые поколения. Они не должны бездействовать. То есть и у них есть моральное право спросить нас, со старшего поколения, а что вы сделали для того, чтобы мы взяли бы какие-то лекала и шли бы по ним дальше? В этом отношении, мне кажется, что у нас возможности непочатый край, но надо быть действием. Потому что упустим эту возможность, и, собственно говоря, если мы говорим о тюркском единстве, тюрсой, другие там компоненты нашего взаимодействия, но в информационном поле по-прежнему дуют ветры неопределенности. Надо институционализировать наши совместные действия. В этом есть большая необходимость. И еще раз повторюсь, что, может быть, даже имеет смысл уже создать постоянно действующий форум тюркоязычных государств, но с соблюдением принципа открытых дверей. Мы собираемся сами и приглашаем гостей. Как это принято, скажем, на уровне НАТО, мировой семерки, они приглашают гостей. И то же самое можем сделать мы, потому что тюркский мир уже вступил в новую фазу своего самосознания. В этом отношении информационная деятельность должна быть впереди планеты всей. Что мы никого не пугаем этим, что мы в одном ряду. Мы, наоборот, говорим о содействии, о кооперации, об интеграции, которая, в свою очередь, является одним из компонентов глобальной, мировой интеграции. То есть мы вносим свой пай в глобальный процесс. В этом отношении перед нами никаких препятствий нет. Единственное, дело стоит за тем, чтобы мы были бы инициативными. И слава богу, есть турецкая школа, есть азербайджанская школа, есть казахстанская, узбекистанская. У каждой школы свои плюсы, у каждой школы свои преимущества. Вот если мы их сложим воедино, это, может быть, выглядит сейчас немножко, как вам сказать, туманно. Но в самом-то деле нам есть чем гордиться. И самая большая беда в том, что мы не совсем информированы о том, что в чем главное оружие наших братьев по ту сторону Каспия. И там же существуют пробелы в том, чем занимаются азербайджанские коллеги. Я не случайно привел пример нашего национального телевидения. То есть это уже мы отвечаем на вызовы завтрашнего дня. Телевидение имеет большую аудиторию во всех странах. Хоть и говорят о том, что сейчас интернет, там, не знаю, там гаджеты, там, не знаю, мультимедийные там платформы, телевидение имеет свою роль, свое место. Да, абсолютно, конечно. И поэтому мне кажется, что я полностью согласен с нашим коллегой Ахмедбеем о том, что мы должны быть в действии. Спрос с нас есть, мы сделали немало, но мы должны сделать больше. Больше, и для этого есть все предпосылки. Спасибо. Спасибо большое. Господин Аббас, вы затронули вопрос Карабаха. Я думаю, это в будущем будет осмысленно, то есть в медиапространстве. Но, конечно, это каждый имеет свое мнение по этому вопросу. Но тюркский мир, я думаю, в этом вопросе был един. И общество, народы. Ну, я думаю, у меня вот такой вопрос к вам. Как господин Ешельтепе сказал, что у нас немножко культурные различия,
то есть советское прошлое и так далее. Но Азербайджан, Казахстан и другие тюркоязычные страны, страны Средней Азии, как и уважаемая госпожа Джанатхан Курбанова, Таджикистан, они все очень хорошо знают русский язык, и у них такое общее историческое прошлое, хотя и короткое. И такой вопрос, вот роль Азербайджана в этом деле, Турция – это вот западное крыло тюркского такого информационного пространства, и Казахстан, можно сказать, это восточное крыло. И роль Азербайджана – это вот в середине, как вот культурный мост между западным и восточным крылом, как носители русского языка и того общего прошлого, и тюркского, вот, тюркской интеграции. То есть между Стамбулом, Алматой, Анкарой и Нур-Султаном стоит Баку. И как вы видите миссию Азербайджана в этом деле? Спасибо. Вы знаете, мы в данном случае, каждый из наших субъектов должен выступать в качестве и творца, и ретранслятора. Я приведу один пример. В начале прошлого века в Центральной Азии было очень знаменитое великое движение джадидов. Они пользовались информацией, которая производилась в Баку и в Стамбуле. Через Азербайджан, это через море поступало им в письменном виде, в бумажном виде. В советские годы эта традиция опять же жила. Газеты, издававшиеся в Баку, «Бакинский рабочий», «Вышка», «Молодежь Азербайджана», они все через паромную переправу направлялись в Центральную Азию. И даже сейчас в библиотеках и Ташкента, и ваших казахстанских городов есть эти подшивки. То есть они поступали, может быть, чуть позже читателю, но любая непрочитанная газета, мы знаем, она свежая, если с ней знакомится пользователь. Поэтому в этом отношении, мне кажется, Турция и Азербайджан уже эта связка состоявшаяся. И нельзя сейчас ждать того момента, когда мы можем все говорить на одном языке. Сейчас даже надо говорить на языке пальцев, но главное добиваться результата, чтобы этот контакт, общение было бы продуктивным. Остальное все дело техники. То есть этот мост уже создается. Физульбай сегодня говорил о Нахчеванской конференции 2010 года. Господин Ильхам Алиев предложил превратить вообще Тюркский совет в организацию сотрудничества тюркоязычных государств. Вот где еще нужны наши действия информационщиков, наших медийных структур. И в этом отношении, конечно, мы должны играть свою локомотивную роль. Для этого мы готовы. Спасибо. Кубрахмет. Мы теперь... Спасибо большое. Вы сказали, что тюркский мир должен приглашать гостей. И, наверное, сегодня уже это уже становится реальностью, потому что Джанатхан Курбанова, Республика Таджикистан, среди нас. И давайте мы послушаем выступление нашего дорогого гостя, потому что нам очень интересно. Таджикистан – это очень интересная, очень богатая в культурном, информационном плане, историческом плане страна. Вам слово. Спасибо. Поблагодарить организаторов за возможность присутствовать здесь, делиться своим мнением и услышать что-то новое от своих коллег. Благодарю вас. У нас единое пространство, и мы не считаем себя вдали от тюркоязычного населения. Мы единственная страна в Центральной Азии, которая не относится к ней. Но мы настолько интегрированы, что ваши проблемы, они считаются как бы нашими. И какого-то разделения языкового барьера не существует. Поэтому ваши проблемы я сейчас слушала и считаю, что они общие. Потому что общая история, общая культура, духовность – это все у нас присутствует. И предыдущие спикеры об этом говорили. И пространство у нас информационное тоже общее. И мы поэтому анализируем своих коллег со всех стран, присутствующих здесь, и доносим информацию для русскоязычного населения. И хотелось бы сказать, что в последнее время на наших читателей очень много информации, об этом везде говорится, и читатель теряется. И даже высказывается мнение, что необходимо повышать медиаграмотность наших читателей, чтобы они могли понимать нас.
Но это, я так думаю, что в какой-то степени это перекладывание проблемы со своих плеч на другие. Дело в том, что основное население нашей страны, например, это жители села. И повышать их медиаграмотность, это и дорого стоит, и много времени займет. А жизнь настолько сейчас энергично развивается, что нужно успевать людей вести за собой. Наша задача – вести за собой. А вот реалии жизни показывают, что мы иногда сами, того не желая, тормозим это. Ну, к примеру, тот же COVID. Прошла дезинформация, о методах дезинформации мы все знаем, о методах борьбы с ним мы тоже знаем, но тем не менее почти каждая наша СМИ вот такую дезинформацию подала. И что в итоге? Теперь эта информация тормозит те мероприятия, которые способствовали быстрейшему завершению этой пандемии. Вот уважаемая спикер, госпожа Ляйза, сказала, что 160 роликов подготовлено. Это же не просто ролики, это труд людей, это деньги, это что-то. Эти деньги могли опять же уйти на развитие социальных каких-то нужд. Поэтому мы, получается, сами не желая того, иногда в погоне за пальму первенства допускаем это. Почему я вспомнила пандемию? Потому что на носу и рядом с нами у нас другая проблема – Афганистан. И когда мы начали изучать СМИ братских стран, то выяснилось, что информация идет от журналистов, которые, простите, в прямом и переносном смысле, далеки совершенно от реалий Афганистана и его жизни. Но они уже эту информацию подают. И вы не забывайте про наличие народного радио, которое быстро, дезинформация, она всегда яркая, броская, и наш читатель сельский, он хватается за эту информацию, и он начинает делать рассылки, и получается, что они работают активнее нас. Наша задача предотвратить хотя бы в каких-то вопросах, проявить какую-то солидарность, журналистскую этику, чтобы каких-то вопросов мы все-таки были едины. Хотя понятно, что за каждым стоят какие-то круги, какие-то силы, но тем не менее, пандемия показала, не должно быть никаких кругов и сил. То же самое с Афганистаном. И вот эти псевдоаналитики по Афганистану, они создают такой ажиотаж вокруг вопроса, хотя все правительства наших стран работают над этим вопросом, их позиции близки. И наша задача как бы способствовать тому, чтобы эти вопросы решались продуктивно и какой-то очаг напряженности просто не возник. Поэтому, присутствуя здесь и обращаясь к вам, я хотела бы сказать, что мы, журналисты, должны способствовать тому, чтобы в нашем регионе не допустить никакого очага напряженности и тем более каких-то конфликтов. Ну вот это мое видение нашей работы, и если, как говорится, есть вопросы, я готова ответить. Очень интересно по ковиду и Афганистану, да, господин. Спасибо вам за эту информацию. Они сгущают краски не только всего того, что касается Афганистана, но и Центральноазиатских республик, Азербайджанской республики. Знаете, я могу назвать сейчас имена, но я не считаю нужным вообще их произносить, имена, чтобы они не заимели бы еще один какой-то пиар. Они из Москвы и из Питера вещают не на российского пользователя, а на западного пользователя. Вот эти люди как раз-таки бывают часто вот в наших странах и выдают себя за менторов и тонких знатоков тех ситуативных позиций, которые касаются наших народов, нашего будущего, в перевернутом виде. То есть мы уже знаем, что экспорт демократии, он невозможен. Это скоропортящийся продукт. Вот эти люди, они превратили информацию в этот скоропортящийся продукт, и поэтому пудрят мозги уже другим сообществам, живущим в западных странах. Вот эти поползновения мы тоже должны своими действиями пресекать, потому что они играют очень негативную роль в отношении наших стран. Создают черный пиар, они пытаются обезобразить наши возможности, наши усилия, наши стремления. Вот я могу назвать только одно радио «Эхо Москвы», которое в ходе Карабахской нашей священной, справедливой Отечественной войны, они перевернули всю правду вверх дном.
И поэтому нам надо уже действовать не в пику им, а именно расширить пространство правды, расширить пространство прозрачной информации, которая выдерживает критику. Спасибо. Большое спасибо. Да, вы затронули очень важный вопрос, потому что оценка, культурная оценка извне, она всегда будет, и не сказать, что она всегда будет объективной и правдивой. То есть там уже другие интересы, и поэтому какие центры, это уже вопрос другой. Поэтому я думаю, да, в Центральной Азии, Тюркский мир, наши европейские друзья, коллеги с этим согласятся. И вы говорили про пространство. Давайте теперь мы немножко перенесемся из Нур-Султана в Туркменистан, потому что нас очень внимательно и слушает Сяхет Мурат Какышев. Добрый день. Добрый день. Вам слово. Мы вас слушаем. Спасибо огромное. Уважаемые дамы и господа, коллеги, друзья, прежде всего хочу выразить благодарность организаторам казахстанской стороны за приглашение и возможность онлайн участия в традиционном круглом столе, проводимом в рамках 17-го Евразийского медиафорума. Сама тематика нашей нынешней встречи – СМИ туркоязычных стран, развитие сотрудничества в условиях новой реальности определяет суть и ключевые направления сегодняшнего важного разговора. Демонстрируем общее стремление к высокостороннему укреплению, установившемуся конструктивного диалога взаимного поддержки туркоязычных государств на международной арене, в частности на платформе Организации Объединенных Наций, основанной на характерных для наших народов принципах дружбы, братства, добрососедства и взаимопомощи. Эти определяющие черты национального характера вкупил в обществе, истории, культуру, духовных традиций и нравственных ценностей наших братских народов спокон веков определяли успешность и эффективность межгосударственного взаимодействия во всех, без исключения, сферах. Не ошибусь, если скажу, что новую историческую эпоху единое духовно-культурное наследие служит прочным фундаментом для упрочения традиционно дружественных связей между народами и регионами и позволяет уверенно смотреть в будущее, строить масштабные, долгосрочные и жизнеспособные планы взаимовыгодного партнерства по широкому спектру направлений. Это в очередной раз продемонстрировала консультативная встреча глав государства Центральной Азии, проведенная по инициативе нашего уважаемого президента Гурбана Бердымухамедова 6 августа этого года в национальном туристическом зоне Аваза на туркменском побережье Каспия. Как подчеркнул в своем выступлении туркменский лидер, эти встречи нацелены на дальнейшее укрепление региональной кооперации и обеспечение условий для более активных адресных шагов в этом направлении, выступает мощным мобилизующим фактором эффективного и конструктивного участия центральноазиатского региона в континентальных и глобальных делах. С общим целью установленного межнационального согласия мира и доверия напрямую служит и Евразийский медиафорум, ежегодно организуемый казахстанской стороной. Мы очень благодарны нашим казахстанским братьям за активное участие в продвижении конструктивного диалога между туркоязычными государствами и народами. Сами туркмено-казахстанские отношения могут служить примером эффективного взаимодействия, встраиваемого на паритетную основу по всему спектру направления, включая политику дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарную сферу. Можно утверждать, что Туркменистан и Казахстан вырабатывают наиболее оптимальную формулу межгосударственных отношений, которые позволяют сочетать схожие стоящие задачи с учетом национальных интересов каждой стороны и менталитета двух народов, которые связывают многовековые дружеские и высшие степени доверительные отношения. Как известно, на повестке дня очередного заседания
евразийского медиафоруму, инициированного нашими казахстанскими друзьями, вынесен ряд актуальных вопросов, волнующих все мировое сообщество и наше непростое время. Охватывающая мир пандемия коронавируса оказала огромное негативное влияние на глобальный процесс. Немало проблем, в том числе переизбитых, недостоверной информации и дезорганизации жизни современного общества. Как известно, Туркменистан выдвинул ряд важных международных инициатив, нацеленных на выработку совместных и согласованных решений по противодействию распространению инфекции, предоставляющей серьезную опасность для всего человечества, а также активно участвовал в проведении конкретных силовых мер на пространстве региона. Все это говорит о том, что серьезный вызов требует принятия достойных ответных мер в данной связи туркоязычные государства, объединяя совместные усилия, демонстрируя пример сплоченности и единства. Сегодня мы, представители туркских стран, собрались для обсуждения новых возможностей для решения общих задач и дальнейшего сближения наших народов, чему во многом служит заинтересованные партнерства сферы масс-медиа. Независимый нейтральный Туркменистан под руководством нашего уважаемого президента Гурбангулы Мухаммедова активно развивает международное сотрудничество в области информационного обмена и взаимодействия в полном средстве массовой информации. Господин... В нынешний век высоких технологий современные медиа уже давно подразумевают не только телевизионные газеты, прошу прощения, печатные СМИ, но прежде всего пользуются большой популярностью интернет-ресурсы, имеющие огромные читательские аудитории как в стране, так и за рубежом. Прошу прощения. Наша задача, как представители официальных средств массовой информации, заключается в оперативном распространении достоверной информации о всех аспектах жизни государства и общества, а также, что немаловажно, освещение проводимых международных мероприятий, а в том числе организуемых усилиями туркоязычных государств. Хочу отметить, что перед туркменскими СМИ стоят конкретные задачи по разъяснению сути и содержанию статуса постоянного нейтралитета, информационной поддержки важнейших событий. Господин Какиш, вы меня слышите? У нас связь. У вас буквально 40 секунд. Можно подытожить ваше выступление. Спасибо. Конечно, еще раз хочу выразить глубокую признательность за участие в нынешней встрече формата круглого стола. И надеюсь, что состоящий продуктивным обменом мнением послужит дальнейшему расширению традиционно дружественной связи между братскими странами и народами тюркского мира. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо большое за участие. Туркменистан, безусловно, является очень таким важным составляющим в едином тюркском мире. И вопрос вот пандемии, вот госпожа Курбанова тоже очень верно отметила, что пандемия сейчас очень сильно влияет на информационное пространство, на сотрудничество между разными странами. И огромное спасибо вам за выступление, за внимательное отношение. Вы очень внимательно слушали нас в Нур-Султане. И я думаю, в следующий форум вы обязательно к нам приедете. И если у вас мнение по поводу вот statement по выступлению господина Кякишева или... Да. Да. Ну, на будущее мы очень просим вас. Большое спасибо. Теперь енді құрметті біздің... Уважаемые наши гости, конечно, мы должны завершать наш круглый стол. Уже прошло 1,5 часа, мы обсудили множество вопросов. Теперь мы должны подытожить нашу встречу. Спасибо вам всем. Если нет вопросов, пожеланий, на этом завершаем наш круглый стол. Пожелать вам самого наилучшего. И чтобы все эти идеи, которые мы здесь озвучили, осуществились в будущем. И большое спасибо, огромное специальное спасибо нашим туркменским друзьям, коллегам. Всем большой рахмет, низкий поклон.
Спасибо за ваше мнение и ценные рекомендации. Всего хорошего. Thank you very much.